Стреляли по колесам. В Екатеринбурге сотрудники госавтоинспекции были вынуждены открыть огонь, чтобы остановить опасного лихача. Бешеный ленд-крузер дорожные полицейские заметили на ЕКАТ. На требование остановки водитель не отреагировал и дал по газам. В пылу погони он разогнался, совершал резкие развороты, перестроения и выезды на тротуар. В итоге внедорожник с простреленными колесами улетел в кювет. Гонщика задержали. Оказалось, что в салоне находилась 15-летняя дочь лихача. Напуганную девочку доставили в больницу.